Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Молодежь. Свобода и ответственность. Кузбасская делегация принимает участие в работе международных рождественских чтений в Москве. Татьянин день. Митрополит Аристарх принял государственные экзамены и поздравил с Днем российского студенчества учащихся КемГИК. О благополучии кузбасских студентов. В день святой великомученицы Татьяны в Знаменском кафедральном соборе Кемерово отслужили молебен этой угоднице Божией. Воспитывать и просвещать вместе. Кемеровская епархия заключила соглашение с Кузбасским институтом развития профобразования. Освящается храм сей. Приход сгоревшей в Кемерове церкви обрел новый дом. В Москве с 27 по 31 января прошли 27-е международные рождественские образовательные чтения «Молодежь, свобода и ответственность», в которых приняли участие представители епархии Православной Церкви, расположенных на территории России и за ее пределами. Традиционно чтения начались с литургии в храме Христа Спасителя, которую возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мы сегодня открываем рождественские чтения. И я очень рад приветствовать в этом патриаршем соборе всех, кто прибыл на эти чтения из разных уголков нашей страны. В первую очередь, собратьев-архипастырей, с которыми я в духовном единомыслии и любви, и радости совершил эту соборную литургию, а также духовенство и всех вас, мои дорогие братья и сестры, которые принимают активное участие в церковной жизни сегодня, которые занимаются, может быть, самым главным, что должна сегодня делать церковь, образовывать и ум, и душу современного человека. Образование есть способ и средство передачи смыслов, идей, в том числе и духовных смыслов, и тех непоколебимых идей, которые самим Богом заложены в Священное Писание и которые передаются миру через голос Церкви. Его святейшеству сослужили преосвященные архипастыри, руководители синодальных учреждений и представители духовенства, прибывшие для участия в рождественских чтениях. На богослужении присутствовали представители президента и Госдумы, настоятельницы женских монастырей, участники 27-х международных рождественских образовательных чтений, в числе которых и делегация Кузбасской митрополии, которую возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Я желаю всем вам осознать особую важность той миссии и того служения, к которому вас Господь призвал, и быть достойными этого призвания. Пусть благословение Божие молитвами святой равноапостольной Нины, явившей на себе чудо Божьего присутствия в человеческой жизни, пусть благословение Божие по молитвам многих, кто невинно погиб, в том числе и в огне Великой Отечественной войны. Пусть благословение Божие по молитвам новомучеников-исповедников Церкви Русской пребывает над всеми нами, укрепляя нас в сознании важности того дела, которое мы свершаем со смирением во спасение душ человеческих. Аминь. С праздником всех вас поздравляю! Сразу после патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя и на других площадках столицы началась работа секции 27-х рождественских чтений, в рамках программы которых было организовано более 200 различных мероприятий. В работе нескольких десятков площадок приняли участие руководители и сотрудники отделов трех епархий Кузбасской митрополии, благочинные координаторы реабилитационных центров и иных структур. Всего более 60 человек. Площадками проведения чтений стали Госдума Российской Федерации, Общественная палата, Храм Христа Спасителя и так далее. В общей сложности форум проходил почти в 70 местах. Нам предстоит очень ответственный, важный разговор. И в этой связи хочется в первую очередь поблагодарить нашего патриарха, его святейшество Кирилла, за то, что он уделяет огромное значение и внимание
вот такому диалогу, и он у нас уже становится практически ежегодным. Один раз в год проводятся такие встречи в Государственной Думе, один год в Совете Федерации. Мы только что обсуждали с Его Святейшеством возможность проведения ежегодных встреч, подумаем о формате и, возможно, выработаем предложения, которые затем обсудим. Если вы поддержите, будем рады, чтобы эти встречи проходили каждый год. Одним из самых значимых событий чтений стали 7-е рождественские парламентские встречи, которые прошли 30 января в Государственной Думе. В мероприятии приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также лидеры думских фракций. Убежден, что идеал равных возможностей для всех людей нужно и должно осуществлять не только в пределах христианской общины, не только в пределах храма. Идеал общественной справедливости должен быть ориентиром государственной жизни и законотворческой деятельности. В этом мне видится одна из важнейших целей существования любого государства. Перефразируя известное выражение блаженного Августина, можно сказать, что справедливость является своеобразным мерилом моральной легитимности власти. Если общество теряет веру в справедливость, это серьезно осложняет его развитие, угнетающе действует на людей, подрывает основы общественного порядка и гражданского согласия. Запрос на справедливость существует и в нашем обществе. Многие люди желают видеть в Государственной Думе орган власти, отстаивающий принцип общественной справедливости в рамках законотворческой деятельности. Мне уже приходилось говорить недавно на Всемирном Русском Народном Соборе о том, что в наши дни проблема социального неравенства приобретает особую остроту не только для развивающихся, но и для развитых стран. Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая, подобно черной дыре, поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства. В рамках встреч состоялось награждение победителей международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», а также всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Святейший патриарх Кирилл вручил победителям конкурсов дипломы и грамоты, а Вячеслав Володин – подарки и цветы. Бородина Валерия. 16 лет. Работа «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках». Саратовская область, город Вольск. Отметим, рождественские парламентские встречи – важнейшая часть рождественских чтений, крупнейшего международного церковно-общественного форума, значимость которого в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения и других направлений церковной и общественной жизни трудно переоценить. В день памяти святой великомученицы Татьяны, небесной покровительницы студенчества, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил Кемеровский государственный институт культуры. Утром правящий архиерей, который также является заведующим кафедрой теологии и религиоведения в этом институте, принимал государственный экзамен у 8 выпускников. Теперь вопрос о сущности церковного искусства синодального периода. 18 век, Петр I... заботится о создании мощной державы, ориентируется прежде всего на западные государства. В состав Государственной аттестационной комиссии вошли также руководитель Комитета по взаимодействию с религиозными организациями в Кемеровской области Евгений Иванов и заместитель заведующего кафедрой теологии и религиоведения профессор Геннадий Миненко. Все учащиеся успешно выдержали испытания. В предыдущие разы, когда я сдавал экзамен, как-то не было волнения. Сегодня я маленько волновался, да. Чувствовалось это. На самом деле это не волнительно, не знаю, Владыка создает такое рядом ощущение дружественности, как бы располагает к общению, и, насколько я знаю, с ним очень легко общаться. Но это все зависит от того, от уровня твоих знаний. Если ты хорошо подготовлен, то тебе легко общаться. Если у тебя какие-то сомнения внутренние, или ты там как-то проленился в подготовке, то, возможно, у тебя будут какие-то волнения. Далее глава Кузбасской митрополии подписал соглашение о сотрудничестве института с Кузбасской православной духовной семинарией.
В рамках этого документа учебными заведениями будет вестись совместная научная, образовательная и культурно-просветительская деятельность. После этого прошел еще один экзамен по специальности теология, только уже у второкурсников, где студенты также продемонстрировали свои знания по дисциплине. По окончании экзамена состоялся праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества, где со словами поздравлений к студентам обратился митрополит Аристарх. Я рад вас сегодня приветствовать. Мы впервые с вами встречаем вместе этот замечательный праздник студенческий. И не случайно этот праздник объединил людей и искусства, и культуры, и священнослужителей. Потому что мы с вами имеем одну задачу, одну цель в своей жизни. Воздействовать своим словом, своим искусством на сердце человека. Это действие может быть разным. Оно может развращать людей, может делать их злыми, а может наоборот, произрастать в человеческих сердцах такие высокие и очень нужные, востребованные в нашей жизни, в нашем обществе, в нашей стране качества человеческой души, как сострадание, доброта, внимание и уважение. После официальной части на сцене КимГик выступили студенты факультетов музыкального искусства и хореографии. Мир искусства познавать день за днем, любимый вуз культуры, словно мой родной дом. Быть студентом круто, я преград не боюсь, и к мечте своей упрямо стремлюсь. Мир искусства познавать день за днем, любимый вуз культуры, словно мой родной дом. Быть студентом круто, я преград не боюсь. Пятого января, в день памяти святой мученицы Татьяны, небесной покровительницы российского студенчества, в Знаменском кафедральном соборе Кемерово состоялся общегородской молебен этой угодницы Божией. Участниками богослужения традиционно стали студенты вузов областной столицы и жители города. Возглавил молебен руководитель Центра волонтерского движения Кемеровской епархии иерей Михаил Пышинский. Мы отмечаем День российского студенчества, потому что при Елизавете Федоровне в 18 веке была учреждена Московская кафедра, то есть Московский университет. В ходе молебного пения были произнесены молитвословия о благополучии педагогов и учащихся, властях региона и всех, кто печется и заботится о студентах области. После молебна священники Михаил Пышинский и Александр Чернов, настоятель Кемеровского храма Архангела Михаила, провели для студентов небольшую экскурсию по нижнему и верхнему храмам Знаменского собора. Затем всегда вторая икона будет иконой в честь посвященного храма. То есть, вот видите, допустим, на иконостасе на первом ярусе идет Спаситель, а потом Божья Матерь. И вот Божья Матерь здесь изображается со Христом, который, ну, как бы у нее по центру так, можно сказать, в животе находится. То есть это пророческая икона. Молебны небесной покровительницы всех студентов России прошли сегодня и во многих других храмах. Второго января в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх подписал соглашение с ректором учебного заведения Аманом Тулеевым. Я считаю, это будет только лучше. Мы подписываем с серьезными компаниями здесь, а вот с вами. В рамках договора Кемеровская епархия совместно с вузом объединят усилия в направлении научной деятельности и духовно-нравственного воспитания студентов. Соглашение предусматривает подготовку совместных научных и учебных изданий, организацию интернет-проектов, проведение курсов повышения квалификации, организацию конференций и форумов, направленных на развитие волонтерского движения и благотворительности. Действительно, в Кузбассе, если бы не сказали, что произойдет за эти годы, вот когда я пришел, я бы, честно, не поверил бы. Ну, сам не знаю, как это чудо, то, что происходило и произошло за эти годы. Господь действительно был с нами и помогал, поддерживал, укреплял и, так сказать, делал, чтобы мы осуществляли свои планы, достигали своих целей, чтобы намечены вот эти вот наши с вами
цели сбылись и осуществились. Основными задачами совместной работы являются противодействие распространению в информационном пространстве Кузбасса идеологии экстремизма и терроризма, а также борьба с информацией, направленной на разжигание межнациональных конфликтов и религиозной нетерпимости. Объединение сил Кемеровской епархии Кузбасского регионального института развития профессионального образования приведет к активной краеведческой и воспитательной деятельности в регионе. Я вас хочу просто еще раз поздравить и с юбилеем, и с вашим юбилеем, и с юбилеем епархии, и за то, что вы сделали и делаете для людей наших. Много скорбей выпадает на долю христианина. Одним из таких испытаний для православной общины Кемеровского прихода архистратига Божия Михаила стал пожар, случившийся в храме в ночь на 2 июля прошлого года. Но, несмотря на выпавшие испытания, приход продолжает жить. Господи, помилуй! Если мир, благостояние святых Божиих церквей и соединение всех Господу помолимся. 16 января гости Сербии, епископ Будюмлянский и Никшичский Иоанники, по просьбе митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, малым чином осветил в Кемерове храм иконы Божьей Матери «Живоносный источник», в котором временно разместится община сгоревшего Михайловского храма. Во время освящения вместе с епископом Иоанникием молился и митрополит Аристарх. Мы сегодня всех благодарим потрудившихся на восстановление этого храма, на том, чтобы привести его к богослужебному виду и благоукрасить паки и пахи. Благодарим вас, Отец-Настоятель, за добрые труды. Надеемся, что Матерь Божия своим покровом будет хранить это место. И как чудесным образом она собрала апостолов в день своего успения, так, можно сказать, ее молитвами чудесным образом в этот день в сибирской земле оказались и архипастыри сербской церкви, и священнослужители братской сербской церкви, и наши клирики Кузбасской митрополии. Дай Бог, чтобы ее покров всех нас с вами хранил в мире, любви и согласии. Напомним, причиной пожара, уничтожившего кровлю и внутреннее убранство храма, стал поджог, однако виновные до сих пор не найдены. И с надом у Бога, с надеждой на Бога, да ćete vi ovaj novi hram, ovaj hram koji je doživio stradanje, učiniti još ljepšim i da će on imati veliku ulogu u ovom mjestu blagoslovenom gdje se narod sabira. I ja uvjeren što vi сможете восстановить свой храм. Даже и что он будет благоукрашен лучше, чем до этого, и что он будет продолжать свою миссию, что люди, верующие этого края, будут в нем собираться и возносить свои молитвы. По окончании освящения настоятель храма священник Александр Чернов поблагодарил архипастырей за совершенное священнодействие и особенно епископа Иоанникия, вручив ему на память срез живого дерева, на котором изображен храм архангела Михаила, и окаменевшее древо, являющееся главным природным богатством Кузбасса, уголь, на котором изображен Михаила Волков. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. До новых встреч!